Лето у многих жителей курорта ассоциируется не только с отпуском, но и с традиционным повышением тарифов на коммуналку. Новые расценки начнут действовать уже с 1 июля. Правда, потяжелевшие платежи горожане получат в августе. С 1 июля повышение платежей за коммунальные услуги будет ограничено по Краснодарскому краю в среднем на 4,1%, говорят в региональном департаменте цен и тарифов. Конечно, повышение хоть и небольшое, но все же малоприятное. К счастью, подорожают не все блага цивилизации.